первой части нашего теста мы разобрались с тем, насколько новый шестой гольф можно называть новым. В общем, можно, если учесть то, что силовая структура кузова и ходовая остались практически неизменными. Но дизайн стал другим. Появилось много новой электроники. Например, активная подвеска с возможностью выбора режимов, радар Distronic и новые моторы. Настал черед все это испытать. Мы взяли машину с 2-литровым турбодизелем. Объем нового турбодизельного двигателя – 1968 кубических сантиметров. При этом его мощность составляет 140 лошадиных сил при 4200 оборотов в минуту, а крутящий момент – 320 ньютон на метр при 1750 оборотов в минуту. С нуля до сотни машина разгоняется за 9,3 секунды, а максимальная скорость при этом составляет 209 км в час. Очень важный для Volkswagen мотор – очень инновационный, и на него делается очень большая ставка и в Европе, и, как ни странно, на российском рынке. Поняли иностранцы, что дизели у нас тоже пойдут. Самое главное, что этот мотор, так же, как и другие, обещает сумасшедшую экономию топлива по сравнению с двигателем предыдущего поколения. Более чем на 25%. Проверим. По идее, на сотню наш «Гольф» должен кушать не более 4,9 литров солярки. Заводим машину и... непривычно тихо. Даже для бензинового мотора это тихо, не то чтобы для дизеля. Серьезно поработали фольксвагеновцы над шумоизоляцией. Они ставили датчики в 50 точек в салоне автомобиля для того, чтобы свести уровень шума к минимуму. И сегодня это, наверное, один из самых тихих автомобилей вообще, который выпускается в Volkswagen Group, и самый тихий автомобиль по уровню шума в салоне среди всех автомобилей гольф-класса. При этом серьезная работа проведена и над аэродинамикой машины. Форму зеркал выверяли. Выверяли форму других элементов, которые влияют на аэродинамику, чтобы они создавали как можно меньше шума. Отдельное внимание уделялось шумоизоляции моторного отсека. Вы знаете, даже если мы сейчас попробуем переставить автомобиль в ручной режим, принудительно оставив более низкую передачу, например, третью, и если мы раскрутим двигатель до максимально возможных оборотов, я могу говорить шепотом, вы слышите? Никаких посторонних шумовых эффектов, никакой истерики не возникает. Однако при этом исчезает тот самый азарт, который дает звук работы двигателя на высоких оборотах. Машина, она не просто спокойна, она обладает каким-то непробиваемым ледяным характером. И даже такие мелкие фишки, как, повторюсь, настроенный выхлоп, который мог немного тешить самолюбие активного водителя, и его нет. Это абсолютное отсутствие эмоций позволит хоть как-то компенсировать активная подвеска. Но хоть как-то расслабить этого отличника и заставить его немножко пошалить. Очевидно, для этого нам нужно ту самую подвеску перевести в положение спорт. Однако для начала давайте попробуем как раз обратную ситуацию, положение комфорт. Тем более, что пока мы едем по очень качественному асфальту, а все асфальтированные дороги в Исландии, их гораздо меньше, чем грунтовок, но если они есть, то они действительно очень и очень гладкие. Но даже несмотря на это, машинка немножко ведет себя как такая шаланда во время легкого шторма, потому что автомобиль раскачивает, машинку на хорошей скорости, а чем дальше, тем больше, приходится подлавливать и направлять на путь истинный. Поэтому, возможно, режим комфорт и хорош для пятой точки водителей и пассажиров, но вот что касается комфорта психологического за рулем, то хотелось бы подвесочку иметь пожестче. Так что давайте-ка, дорогие друзья, перейдем-ка мы в режим автоматический. А вот здесь поведение шестого гольфа ничем не отличается от поведения гольфа пятого, которого, повторюсь, этой активной подвески в помине не было. Так что, наверное, вот этот самый автоматический режим и можно рекомендовать обычному пользователю для езды на каждый день. Потому что машинка сама оценивает то, что происходит у нее под колесами. При этом она не только оценивает состояние дорожного покрытия, но и реагирует на угол
нажатие педали газа, на угол поворота руля, на интенсивность поворота руля и на интенсивность боковых и продольных ускорений. И вот анализируя всю эту информацию, компьютер, который находится в районе заднего правого крыла, передает данные на амортизаторы, которые, соответственно, очень быстро перенастраивают свою жесткость. И происходит это сотни, может быть, и тысячи раз в секунду. Но у нас остался еще один режим. Это режим спорт. Ну, а режим спорт, безусловно, делает машинку пособраннее. Он заставляет ее более подробно повторять профиль дороги, передавать эту информацию и на сиденье, и на ноги, и, самое главное, на руль. Хотя, уверен, что большинству пользователей гольфов этот режим покажется, я не хочу сказать чересчур экстремальным, но может быть слишком навязчивым. Вот кому нужен будет спорт, тот наверняка обратит внимание на Golf GTI, потому что очередное поколение этого тоже культового автомобиля, это культовой модификации, появится вместе с шестым гольфом и дебютирует сейчас одновременно на парижском мотор-шоу. Ну вот что радует в шестом гольфе, так это руль, потому что он стал еще более внятным и в сочетании с автоматическим или спортивным режимом подвески делает управление машиной еще более приятным, еще более располагающим, может быть, немножко активной езде. Однако то, что руль стал немножко более тяжелым, немножко более конкретным и обратная связь улучшилась, это несколько отразилось на работе руля на парковке и на очень маленьких скоростях, потому что наверняка, особенно дамам, не понравится то, что руль тяжеловат вот в этих режимах. Безусловно, внедрять сюда активный руль, руль с переменными характеристиками, то, что применяется, опять же, на более дорогих автомобилях, наверное, было бы преступлением по отношению к самим себе, поскольку это сильно увеличило бы стоимость машины и сделало бы ее абсолютно неконкурентоспособной на рынке. С другой стороны, эта жертва несколько компенсируется наличием системы Park Assist, которая применяется уже на других Volkswagen, и система, знакомая нам, например, по автомобилю Touran, либо по автомобилям Skoda, на которых тоже эта функция присутствует теперь. Но вот с парковками и с остановками вообще в Исландии нужно быть весьма осторожным, потому что очень много закрытых поворотов, очень много перевалов, перекатов, абсолютно слепых, о чем постоянно предупреждают дорожные знаки, и обочины довольно крутые, поэтому съехать на них можно далеко не всегда. И вообще, ребят, на этих дорогах действительно нужно держать ухо востро. Исландцы очень берегут себя. Они понимают ценность человеческой жизни. Слишком мало нас, говорят они, чтобы можно было вот так беспечно расставаться с родными, близкими, даже незнакомыми соотечественниками. Страшная цифра. 10 человек погибло в 2007 году, по прошлому году все считают исландцы, на их дорогах. Для страны с населением 280 тысяч человек, повторюсь, действительно цифра это впечатляет. А поэтому очень много здесь делается для безопасности дорожного движения. Хороший повод поговорить, собственно, о безопасности самого гольфа. Здесь 7 подушек. Одна из подушек находится в ногах водителя. Собственно, вслед за другими одноклассниками на гольфе тоже появилась эта отнюдь не лишняя система, которая защищает ноги того, кто сидит за рулем при фронтальном, при лобовом ударе. Здесь есть одна очень серьезная инновация, одно очень серьезное ноу-хау. Форма спинок и форма подголовника и начинка спинки и подголовника продуманы так, чтобы минимизировать силу так называемого хлыстового эффекта, когда при ударе шея водителя выгибается, голова снова идет назад и происходит перелом или травма шейных позвонков. Так вот, сиденье настолько удачно принимает форму человека, тело которого идет обратно назад после удара, что действительно последствия вот этого неприятного эффекта сводятся к минимуму. Причем самое интересное, что Volkswagen удалось добиться очень
серьезных, очень высоких результатов, не применение никаких электронных систем. Это все механика и материалы. Причем эффективность этой штуки, по, правда, словам самих представителей немецкой компании, превосходит некоторые системы, которые используют электронику. Например, активные подголовники. Ну что ж, поехали дальше. Вот и выдался нам случай испробовать Дистроник в действии. Догнали мы машину в красивой оранжево-бело-синей раскраске с синей дискотекой на крыше, обгонять которую, наверное, в здравом уме не придется, потому что едет он с максимально разрешенной скоростью 90. Ну и чтобы не иметь проблем с законом, будем за этим законом следовать. В прямом смысле слова, со скоростью 90 активируем Дистроник, выставляем дистанцию до него и убираем ногу с педали газа. Все, система работает, и мы неспешно передвигаемся в пространстве. При этом на случай экстренного торможения просто остается держать ногу где-то в районе тормозной педали. Так в обычных режимах машина тоже будет подтормаживать сама и сохранять жесткую дистанцию до впереди идущего автомобиля, как будто мы едем за ним на жесткой сцепке. А сворачивать пока он никуда не собирается. Нет, похоже, он сворачивает направо. Надеюсь, что сейчас действительно наш радар его потеряет. А если не потеряет, мы просто его выключим. Вот исландцы – большие доки в области эффективного использования энергии. 75% тепла, которое используется в стране, идет из недр земли. Оттуда же, с этих же геотермальных станций, поступает и примерно 75% электроэнергии. Наверное, трудно привести пример более эффективного использования возможностей природы для нужд человека. Вот эффективность фольксвагеновского двухлитрового турбодизеля нового поколения, сильно обновленного, она тоже, в общем, заслуживает уважения. Мы ездим по горным дорогам, разгоняемся, насколько позволяет, конечно, разгоняться этот автомобиль. Я могу сказать, что даже в этой ситуации сейчас средний расход топлива по бортовому компьютеру составляет 6,9 литра на 100 километров. Это на 2 литра больше заявленных, но, видимо, эти 4,9 достигались в каких-то абсолютно идеальных условиях. А, уже даже 6,8. Это более чем хороший показатель, который наверняка порадует рачительного владельца. А ведь Volkswagen Golf – это выбор разумом, это выбор рачительный, это выбор не от сердца, а от ума. Я, честно говоря, себя чувствую за рулем Гольфа, как, наверное, чувствовала себя исландская молодежь до 1 сентября 1989 года, пока в Исландии была запрещена продажа пива. Пиво тогда в Исландии варили, но шло оно на экспорт, в иностранные посольства, да, на американские военные базы. А вот молодежь с вожделением смотрела на летчиков и стюартов гражданской авиации, которые контрабандной привозили этот волшебный напиток и позволяли молодым немножко отрываться. Впрочем, и сейчас ситуация выглядит так. В Рейкьявике, например, пиво можно купить всего лишь в 4 государственных, подчеркиваю, магазинах. Равно как и любой другой алкоголь, равно как и сигареты. Людей держат в строгости, людей держат в послушании. И, наверное, вот эта дисциплина и благообразность, которые пытаются поддерживать в исландском обществе такими методами, наверное, дисциплину и благообразность можно полностью экстраполировать на новый Гольф, который тоже абсолютно вписывается в эту политкорректную картину.